Один моток, одно изделие. Правда ведь звучит заманчиво? С вами Маковка, и в этом видео мы поговорим о нитках Flowers Yarn Art. Нитки эти появились недавно, зимой 2018-го. Надо сказать, что Yarn Art с этим новым продуктом достаточно хорошо стартовал. Flowers сразу привлекли внимание вязальщиц. Они сделали пряжу градиентом, причем так, как это делаем мы с вами, используя нитки разного цвета. И это понравилось, это пошло. Я даже удивляюсь, почему никто этого не сделал раньше. Во всяком случае, у основных брендов, что у нас представлено, ничего такого удачного нету по внешнему виду и по составу. А в составе у Flowers 55% хлопка и 45% полиакрила. Мотки очень большие, 250 грамм, увесистый такой моточек. То есть фактически это 5 мотков летней пряжи, которая идет обычно по 50 грамм. Длина нити 1000 метров на 250 грамм. Что соответствует 200 метрам, если бы это был обычный моточек. Нитки достаточно мягкие и приятные. По ощущениям, на мой взгляд, соответствуют неплохому хлопку с акрилом. Пряжа тонкая, скручена из 4 еще более тонких ниточек, каждая из которых, в свою очередь, скручена еще из 2. Это важно, потому что на первый взгляд может показаться, что у Flowers компьютерный окрас цвета, как в ботиках. Но нет. Они реально заменяют по одной из 4 ниток на нитку другого цвета, как это делаем мы с вами для получения градиента. Вот как раз виден один из крохотных узелков, где была замена нити. Видите, да, что 3 нити непрерывно и только одна заменяется и с узелочком. И узелки эти такие маленькие, что вязки практически незаметны и не мешают. На протяжении всего мотка идет не менее 12 переходов. В моей кофточке я насчитала 14 переходов. Совершенно безумный такой градиент. Когда Yarn Art Flowers появились в продаже, все начали вязать из нее шали и бактусы. Кто все? Фермеры. А еще? Мамы фермеров. Мотка хватает на приличную шаль. Выглядит, конечно, очень красиво, но все-таки это не шерсть и не мохер, и очень теплой она не будет. Я решила связать не шаль, а такую летнюю кофточку-тунику. Вязала спицами. И поделюсь с вами своими наблюдениями и мыслями о недостатках и достоинствах этой пряжи. Первое. Такой градиентный окрас на протяжении 1000 метров и большая масса мотка накладывают некоторые ограничения на выбор модели. Я вязала регланом. Выбор этот очевиден, если вы, как и я, любите, чтобы рисунок, полоски цвета располагались симметрично, не были сдвинуты на полочках или полочки, чтобы не были разного цвета. И тут возникает вопрос. А как в этом случае вязать рукава? Дело в том, что в одном мотке нет повторения цвета, все переходы уникальные. Получается, что рукава, которые вяжут по очереди, будут разного цвета. Как нитка в мотке идет, она же разная. Либо, как вариант, нужно подобрать однотонную пряжу, схожую по толщине, по составу и еще и угадать с цветом, но тогда рукава будут однотонными. Можно взять 2 мотка. Но если размер у вас не очень большой, то останется очень много неиспользованной пряжи. А с другой стороны, придется повозиться, создавая цветовую симметрию в рукавах. Я, в общем, делала без рукавов, как бы и не заморачивалась. Если у вас большой размер и точно нужно брать 2 мотка, тогда можно вязать не регланом. Из одного мотка вяжем вперед, из другого мотка вяжем спинку, и по идее на рукава останется 2 клубочка с одинаковым переходом цветов. Но опять же, рукава будут отличаться по цвету от туловища, но хотя бы они будут одинаковыми. Второй момент. Когда вяжешь, совершенно непонятно, насколько тебе хватит этого мотка. Как видите, у меня получилось довольно длинное изделие при достаточно большой ширине нижней части. Но во время вязания в какой-то момент мне казалось, что нитка вот-вот закончится. И поскольку я заднюю часть делала длиннее переда, я переживала, что нитки не хватит на обвязку и что туника будет короткой. К слову, вязала я из середины, так, чтобы темно-синий цвет оказался внизу. Этикетку специально не снимала, она помогала держать мотку форму и не разваливаться. Но периодически нитка из середины выходила запутанная. И уже в самом конце, когда оставалось последних 2-3 градиента, я перемотала остаток в клубочек. Клубочек получился очень маленьким, что еще больше затрудняло понимание, насколько его хватит. Третье. Толщина нити. Для вязания Yarn Art рекомендуют брать спицы 2,5 мм или крючок 3 мм. Я убеждена, что все, кто вяжут спицами менее 3 мм, совершают подвиг.
и заслуживают как минимум медаль – шоколадную. Есть люди, которые вяжут даже на полторушки или даже на единички. Они для меня это вообще образец терпения и невозмутимости. Я на единичке готова разве что газеты в трубочке заворачивать, знаете, чтобы корзиночки плести. Но вязать... Фловерс я начала вязать на спицах 2,5 мм. И мне показалось, что вязка плотновата. Скажу больше, казалось, что в мотке нитка мягче, чем в изделии. Поэтому чуть позже я перешла на спицы 2,75, ну и было вполне нормально. Что понравилось? Петельки ложатся очень ровно, почти идеально. А само изделие не такое уже и тонкое, как ожидаешь. Если вязать крючком, будет еще толще. К слову, вы будете смеяться, но у меня такой казус произошел. Первый раз я начала вязать на спицах, которые давно не использовала. И леска на них была настолько закрученной, что я не заметила, как мой первый ряд перекрутился. И я себе сижу, вяжу, смотрю там какой-то фильм, а потом как глянула, а у меня вот это. Распускать, конечно, не очень хотелось. Я даже начала прикидывать, можно ли вот из этого сделать такой дизайнерский прием. Набрать петельки понизу, ну и вязать дальше. Но горловина была немного широковата, так что распустила. Низ у меня обвязан платочной вязкой. Разную высоту я делала не закрывая петли, а просто оставляя их непровязанными на спице. Ну а платочная уже в конце по кругу. Полоска широкая именно из-за того, что было непонятно, насколько хватит нитки. Платочная вязка, кстати, не очень плотная, да и резинку эти нитки держат плохо. Четвертое. Стирка и усадка. Производитель рекомендует стирать в воде не более 40 градусов. При этом допускается машинная стирка без отбеливателей. Сушить в горизонтальном положении, гладить на единичке. Я стирала в машинке в режиме повседневной стирки и сушила, кстати, тоже в машинке. И очень переживала, что изделие даст усадку именно при сушке. Но произошло наоборот, оно немного вытянулось. До стирки длина переда 55 см, а после 58, аж плюс 3 см по длине. В моем случае я только этому рада, но тем не менее факт зафиксирован. Изделие вытянулось. Ну что ж, резюмирую. В целом пряжа осталась довольна. Ношу нормально, приятно к телу, красивая, интересная. Вот еще бы ассортимент был пошире, потому что похоже, что Ярнард не рассчитал спрос. Нитки разошлись, склады пополняются слабо, значит фабрика просто не справляется с заказами. Но что интересно, на официальном сайте производителя на данный момент этих ниток все еще нету, хотя они уже в продаже как минимум 4 месяца. Ну вот и все. Ждем ваших комментариев, как вам эта пряжа, вязали вы из нее или нет и что у вас получилось. Всего хорошего, пока!